Генеральный спонсор прогноза погоды – строительная компания АВСМ. Жилой комплекс «Лунная сказка» и жилой комплекс «Центральный» созданы для комфортной жизни. Квартиры в Бердске от студий до пентхаусов. Сказочный вид из окна, уникальное расположение, обустроенный двор, дома, в которых хочется жить. Компания АВСМ предлагает квартиры на выгодных условиях, беспроцентная рассрочка, ипотека от 7,4% без первоначального взноса. Звоните сейчас 310-02-54. По данным синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 4 ноября ночью и днем облачно с прояснениями, дождь, переходящий в мокрый снег, гололедные явления. Ветер западный 3,8, порывы 13-18, ночью усиление до 23 метров в секунду. Ночная температура воздуха 0-2 градуса, днем 0+2. 5 ноября ожидается временами небольшой снег. Ветер западный 3,8, порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, местами -7-12 градусов, днем -4+1. 6 ноября небольшой снег. Ветер западный 3,8, порывы 10-15 метров в секунду. Температура ночью -3+2, днем -2+3 градуса. 7 ноября – без существенных осадков. Ветер западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -7, местами -9, -14 градусов. Днем -3, +2. Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Величайшие врачи всех времен и народов сражались с невидимым врагом, имеющим множество обличий и одно имя – болезнь. Великих врачей было так мало, а болезней так много. Теперь же интуицию великого целителя многим больным дает он – магнитно-резонансный томограф. Видеть невидимое. Служить людям.